поедем до города Хуакин, показывать вам, какие там есть пляжи, как народ отдыхает. Погода, как всегда, у нас солнце жарит. Сейчас мы ждем наш поезд, уже купили билеты. По 30 бат стоит билет до Хуакина. Из нашего маленького городка ехать примерно 3 часа с половиной. От Бангкока где-то 4 с половиной, наверное, будет. Из Бангкока можно выехать с автовокзала на Чит на автобусе, либо на поезде с центрального ЖД вокзала. Который называется Бангкок или Хуалонпонг. Да. Также можно с нового терминала, но оттуда билеты дороже уже от 300 бат, а со старого Хуалонпонг до 100 бат на человека. Вон свободная компания, что мужик. Че, здесь? Сядем, давай тут. Все, мы уселись. Ну-ка, что у него там посмотрим? Колесики. Неплохо, любимые. Непачики. Coconut, Mike. Обед тут целый у него, листочек. Ну ладно, будем ждать коконат. Здрасте. Вот наши билеты. Купили мы все-таки коконат. 20 бат стоит такая банка. Там сок и мякоть. Это оказалось желе. Кокосовое желешко он задрём это. Специально, чтобы в поезд не проливалось. А я думаю, почему без трубочки? Молодец. Ями. Ну что, у нас новый опыт. Стоим в тайском поезде. Задержка 60 минут, и с каждой станции время увеличивается, потому что на каждой станции вместо 1-3 минут мы стоим 10. Слава богу, поехали. 10, 20. Короче, я не знаю, во сколько мы приедем в Хуахин, но жара уже началась. Вот мы и приехали. Вот мы приехали. Какая красота. На час задержались, вместо 3,5 4,5. Да. Конечно, приятного мало, но слава богу, нормально.
Так, теперь нам в тенек. Все, мы намазались кремом, одели шляпы, очки. Сейчас пойдем пешочком до нашего отеля. Здесь минут 25 идти, 20. Такая здесь красота. Да, посмотрим по дороге город. Если что-то интересное будет, заснимем. Да, увидимся в отеле. Увидимся. В Таиланде дороги не приспособлены для пешеходов вообще. Мы идем вдоль дороги, хоть она и небольшая, но движение тут достаточно активное. И буквально мне вообще страшно. Еву пришлось взять на руки. Идем. Видимо, здесь будет скоро новый вокзал. Вот они строят. Большой. Хотя по ощущениям тут маленький, но будто бы справляется. Остановились взять бананов местных, маленьких, но толстых. Сколько стоят бананы? 60-180. Так, мы завернули на улочку посимпатичнее. Сразу тут немецкие колбаски и котлетки, ресторан. Но мы идем в отель, там примем душ. И покушаем. Мы привезли свои сосиски и лапшу, которые мы не успели съесть в поезде. Вот, идем. Но обратно мы решили, конечно, взять однозначно такси. Второй раз нафиг тащить ребенка пришлось на руках, потому что ну реально страшно. Вот наш отель. Мы прошли все самые красивые отели. Про этих петухов рассказывали. А, да? Что рассказывали? Что они орут по ночам. Ой, по утру. Ну, все, мы пошли заселяться. Все, еще идем. Там где-то море. У них есть мотобайки, мопеды, 250 бат стоит в день. Такой номер. Большой. Даже диван есть. 38 квадратов там, по-моему, было написано. Хорошая кровать с толстым. С толстым удобным матрасом. Ну, смотри, ванная тоже вообще прям прикольная, нормально, чистенькая. Здесь балкончик. Балкончик, он какая плиточка. Как? Ну и плитка тут на... Ну, вообще, достойно, достойно. Еще здесь есть такая кухня небольшая. В комментариях пишут, что можно взять в аренду микроволновку, печь. Чашечки вот, ложечки есть, чайник есть. Все, в принципе. Всем привет! Все, мы проснулись, поспали, отдохнули, помылись. И теперь собираемся на пляж. Посмотреть пляж. Главный пляж Хуахина под таким же названием Хуахин. Батоница! Батоница! Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока.
ожидания превзошло, честно. Вот прямо вышли, конечно, красота. Песок беленький, чистенький. Я даже не ожидала, что на самом деле купаются народ. И я не взяла купальник. Но теперь я об этом жалею. Думаю, блин, надо было. Чистота воды еще не проверили, но как раз сейчас дочь будет плюхаться. Но это отель Мэриот отжигает. В основном одни иностранцы, но я слышал русскую речь. Билет стоит 2300, да? 2320, чтобы здесь поужинать. Но это, скорее всего, все постояльцы. Мэриот. А, ну вот и написано, да, вон там на здании. Если видно, конечно. Крутяк. Молодцы. Один из живых отелей, который здесь. Еще и фаер-шоу. Ну а мы дальше идем на нашу улицу, там найдем какой-нибудь немецкий бар. Все, один ужин, как весь бюджет на нашу поездку. Да, да. Yes. Ну не как проживание за 3 ночи, считай. Да. Да, даже дешевле я заплатила, 2200, а тут 2300 спешл офер. Мы пробирались сквозь море к вам, ребята. Ну и вот здесь будет наш ужин проходить. Такая небольшая беседка. Да, дали небольшую баночку, руки помыть. Все четко. Ну вот нам принесли. Жареный рис с яичком. И салат. Салат из папайи. Из папайи. И еще сейчас паттай принесу. Сейчас покажем скоро. Там принесли еще 2 блюда одинаковых. Паттай. И паттай. С курицей. Лапша. Жареная лапша, курица и... Ростки. Ростки. И... Арахис. Да, все лайм. И лайм. Лайм только сушеный попался. Отлично. Повезло. Все, кушкаем. Всем доброе утро. Good morning. Мы собрались, позавтракали и сейчас идем на пляж. Пока идем на пляж. Сегодня в планах снять какой-нибудь мопед, может мотоцикл. И немного исследовать ближайшие пляжи. Погода пока у нас не очень, дождь идет небольшой. Вот думаем, то ли зонтик взять, то ли подождать. Или искупаться еще до того, как в море искупаемся. Пойдем. Столько медуз, капец, по берегу, и они так интересно на равном расстоянии. Ночью, видимо, подплывают ближе к берегу или что, или лучше. Все, скорее в море, потому что, в принципе, нагрелись, и надо еще мазаться. Солнце хоть и не видно, но, судя по краснокожим европейцам, надо мазаться кремом все равно. Я понял медузы, почему. Они ночью подплывают и охотятся на рыбу спящую. И, возможно, они здесь как-то погибают. Точно, из-за волн. Доктор биологических наук Михаил. Да. Ну все, мы покупались. На лошадях прокатились. Поджарились маленько. Сейчас пойдем обедать. И потом посмотрим, что делать с байком.
Да. А море погрязнее, чем было вчера. То есть у берега 2 метра чистое, но потом прямо такая полоса какой-то желтой воды. Такое ощущение, что река какая-то, течение приносится, я не знаю, грязное. Ну, не очень было приятно. Я надеюсь, что следующий пляж будет почище. Ну, именно вода в море. Ну, запах тоже такой от моря. Я уже с претензиями после островов. Ну, а воздух посвежее, конечно, чем в городах. Мы забыли сказать про стоимость лошадей. Первый, кому мы подошли, сказал нам, что стоит 400 бат. Но мы нашли у второго мужичка за 300 бат. Длительность поездки, ну, наверное, 10 минут у нас, да? 5 минут туда, 5 минут обратно. Хотя мне, будучи на лошади, показалось даже дольше. Вот, в общем, 400-300 бат стоимость проката на лошади. Сейчас идем. Сейчас спросили на ресепшн, где можно снять большой мотоцикл. И они отправили нас на 94-ю улицу. Здесь недалеко 5 минут. Сходим, посмотрим, сколько стоит. Если доступно, то возьмем большой мотоцикл. Если нет, то возьмем маленькую табуретку. Мы все еще ищем. Короче, на этой улице, которую нам посоветовали, нету. Здесь только мопеды. Поспрашивали, что-то пока не знаю. Таксист. Таксист говорит, в 5 километрах отсюда садитесь на такси, я вас довезу 100 бат. Ну а больше всего, пока больше никто не может подсказать, где снять большой мопед. Пойдем дальше узнавать. Ну вот мы нашли вот такой мопед старенький, 250 бат в сутки стоит. Весь закоцанный, правда, ну ладно, что-то вроде бы завозится. Куда тут? Все уже оформили. Договор, надо сказать, чтобы подкачал колеса. Так, смотрим, шлем сейчас какой-нибудь. Лучше не снимай, пожалуйста. Ну все, и поедем. Такой здесь салон с мотоциклами. Приехали мы на пляж. Сон. Здесь такой классный песочек, есть тень от деревьев и гораздо больше тайцев, но и сам пляж грязнее. Воду, ну, вода примерно такая же, не видно, что она намного чище. Много детей купается здесь с баллонами и огромные вот такие медузы, выброшенные на берег. Да, но днем тут, видимо, классно, потому что тень от хвойных деревьев, такие корни от них. Ну, прикольно. Вот, но мне все по красоте, мне кажется, тот пляж красивее. Пока. Тут, конечно, живописная гора. Этот пляж Суансон, он ближайший к пляжу Хуахин, находится в 6 километрах вот за горой. Мы доезжали на мопеде, но стрессанули, честно, потому что все равно пришлось ехать по главной дороге, ее никак не объедешь. Кассов, естественно, нету, дорога, трасса оживленная, поэтому мы решили, что это будет наш второй и последний в ближайшей местности пляж. Дальше мы не поедем. Самый красивый пляж находится в 20 километрах от пляжа Хуахин. Но это слишком далеко, мы
не поедем с ребенком на машине, да, наверное, классно было бы туда съездить. Либо вдвоем на нормальном мотоцикле в экипировке, да. Ну а так мы не будем рисковать. Вот мы тоже два возьмем. Поджарит кальмаров. И потом раздавит. Так, она его раз, раз. И два. А, какой он длинный становится. Пакетик. Итак, так, мы вскрываем. Как они выглядят? Ту-дум. Вкусно? Ну, норм. Мне кажется, самый вкусный тогда, я не знаю, почему были. В Чангмай мы брали или это было на Каосан? Чангмай. В Чангмай, по-моему, мужичка. Веселого старичка. Но у него вообще вкусные были. А эти почему-то горчат. Поэтому хорошо, что мы взяли две. Ева, еще хочешь? Всем привет! Hello. Все, мы вернулись обратно в свой район. Обратно ехали уже темно было, поэтому не снимали дорогу особо. И сейчас у нас ужин будет. Ну и вот завтра по плану у нас опять на пляж пойдем. Тусуемся. Короче, решили пробатониться. Да, решили, что больше никуда не поедем, потому что, ну, с на ребенком. Мопеде, да, на мопеде сложно, с ребенком опасно. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Здесь хороший район, где мы поселились. Пишите, спрашивайте, мы напишем, где это находится. Вот там уже есть. Ставьте лайки. Острая штука. Доброе утро. Доброе прохладное хуахинское утро. В октябре мы приехали сюда. Получается, в 20-х числах октября, уже к середине 20-х чисел. И третий день подряд утром стоит такая облачная, дождливая погода. Сейчас даже прохладно. У нас в комнате был кондиционер на 25 градусов, и мы вышли, и даже здесь прохладнее на улице. Но после обеда выходит солнышко. Вчера я умудрилась даже сгореть. Небольшую паузу сделали. Тут рядом строится маленький отель, поэтому там... Идут ремонтные работы. Да, шум. Строительные. Сгорело, да. И сегодня-завтра мы уже собираемся домой. Скорее всего, еще не решились остаться на четвертую ночь. Сегодня в планах здесь по местности есть побыть на пляже, в общем, по максимуму отдохнуть, релакснуть, без торопежки, без... Хорошо, без форсирования. Просто хотим отдохнуть, сходить на рынок, посмотреть там какие-нибудь сувениры и расслабиться, прочувствовать место, насладиться. Пейзаж здесь красивый, да, море, небо, очень красивый. И народу мало в октябре. Прям людей мало именно на пляжах Хуахин, что неожиданно. Вот такие дела. Увидимся. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Будем рады обменяться с вами опытом. Хорошего дня. Пока.
приехали на вокзал узнать про билеты на завтра, на послезавтра, есть ли вообще билеты. Мы решили остаться еще на сутки здесь, продлить отель. А здесь, смотрите, как интересно, уличная. Уличная парикмахерская. Ребят. Так, ну что мы узнали? В общем, поезда ходят каждый день. И в 2.30 есть поезд Хуахин-Бангкок, который отправляется отсюда в 2.30. И на нем мы и поедем. А стоит он? Стоит, ну, 32 должен стоить. 2.62 это мы приехали на 2.61, обратно на 2.62 поедем. Это он же. Понятно. Решили сказать о самых основных минусах, которые мы здесь заметили за 4 дня. Первое – это грязная вода, когда даже небольшие волны, то есть купаться уже, ну, не очень приятно. Второе – это наличие медуз. Мне, например, очень страшно, я их боюсь. Когда идешь по берегу, они так еще на равном, стабильно лежат всегда на берегу. Сегодня даже видела живую. Их выкидывает в любое время и утром, и вечером. Поэтому надо постоянно осматриваться, и когда вода прозрачная, гораздо спокойнее купаться. Третье – это пластик в воде, но сейчас эта проблема, она везде, во всем море, на островах. И, соответственно, чем ближе к городам, тем... Не надо. Чем ближе к городам, тем больше пластика. И четвертый минус – это именно на этом пляже отсутствие тени. Мы используем зонты, которые берем в отеле, либо вот здесь очень удачно, сразу как мы выходим на пляж, есть большое дерево, единственное на достаточно большое расстояние, сидим под ним, а так солнце, конечно, жарит. В целом вода, ну, будто бы чистая, но здесь не видно, вот там вот ближе к берегу. Вот такие вот, на песке, кстати, вот когда туда прямо заходишь, вот желтизна, это все вот осадок с воды, грязи. И когда выходишь ближе к берегу, там прямо вот эта вся мутина возле берега собирается такой полосой. Баба, я медуза! Ты медуза, да. Ну и, конечно, когда волны, то вся вода становится желтого цвета, мутная. Все это перемешивается, и уже не очень приятно купаться. И медузы. И медузы, да. С детьми здесь очень удобно купаться, как во время прилива, так и во время отлива. Мне даже больше нравится во время отлива, потому что, особенно когда вода спокойная, дно очень ровное, нет резких перепадов, и спокойно ребенок ходит, бродит сам по себе. Вот, относительно на расслабоне здесь можно покупаться вместе. Ну вот, смотрите, это близость Бангкока. Минус вот такой даже бывает. Видимо, ветер сменился. И весь мусор. Дня, да, первый раз. Так. Выкинула на берег. Они оттуда убрали. Блин, куда вот эту всю пошличность? Я с утра в ту урну им накидала, туда же буду кидать. Всем доброе утро! Доброе и вот утро. Мы спустя 2 часа мы кое-как вышли, короче. Последний день! Сегодня у нас последний день на пляж, на пляжу. Или на пляже. И, короче, Ева уже отказывалась идти. Говорит, мне нужен мне песок. И купаться я тоже не хочу. Хочу разукрашивать. Но в итоге кое-как уговорили, но сейчас пойдем на пляж, мы прогуляемся. Сегодня в планах у нас после пляжа пообедать, потом быстро собрать вещи и доехать на такси до ЖД станции. Там сесть на поезд в 14:20 и домой. На пляже еще расскажем вам несколько коротких советов
Ну и в целом, как вообще здесь обстановка? Да, наши впечатления за 4 дня пребывания в Хуахее. Так мусор здесь собирает. Приехал мусоровоз, и вот там собирает, который вчера выкинуло на берег. Вот таких медуз здесь выбрасывают на берег, так что будьте осторожны. Все, мы купили билеты в обратную сторону. Сейчас приедет поезд, но он опаздывает на 40 минут, но вроде как время нагоняет. Вот, народу столько ждет. Что там тебе дали? Конфету. А кто дал? Бабуля. Бабуля дала. Попался более старый вагон. И там старый, дальше и впереди старый. Ну, так вот. Народу нормально так, не пусто. Расскажем коротко наши впечатления. Так, по поводу проживания. В целом проживание можно найти. Во-первых, мы были в октябре в Хуахее. И достойное проживание по доступной цене можно найти в это время. Также мы просматривали Booking, и сейчас есть хорошие скидки. То есть шикарные пятизвездочные отели можно найти по стоимости. Забрали 5-6 тысяч бат. Вот. Ну и более доступно. Мы, например, прожили в отеле 800 бат в сутки. Очень хороший был отель. Жили мы в районе торгового центра Market Village, в котором есть продуктовый супермаркет «Лёд». В целом там есть не только продукты, но и одежда, и предметы первой необходимости. Еда готовая. Готовая еда, все европеизировано. И очень удобно. В этом торговом центре есть брендовые бутики одежды и рестораны, где можно покушать. Что касается нас, спасибо, малыш. Что касается нас, мы арендовывали байк на сутки. Обычно мы снимаем его на дольше, но по Хуахину ездить достаточно опасно оказалось для нас, потому что у них центральная дорога очень загружена, через нее проходит очень много машин, и с ребенком просто ездить было небезопасно. Мы решили сутки максимум, съездили до ближайшего пляжа, и все. А маленькие мопеды снять легко, за большими мотоциклами, которые в целом тут видно, что европейцы на них гоняют, и на Харлеях, и на Турендуро. Снимать, как нам сказали таксисты, нужно ехать ближе к аэропорту, примерно в 8 километрах от центра Market Village. Что еще? Пляж в целом красивый. Да, в целом пляж очень красивый. Но если там ветрено, то много мусора и вода мутная. Мне было купаться некомфортно. Утром обычно вода был отлив, когда мы попали на утренние отливы, и вода была более-менее чистая. Вчера, например, вечером принесло много мусора ветром. Сегодня утром тайцы уже убирали. С детьми купаться очень комфортно. Пологий ход, как мы уже говорили. Поэтому мы накупались Евой сегодня утром. Не хватило нам местных тайских ресторанов именно в том районе, где мы жили, пешей доступности от Market Village.
был один ресторан, где кушало очень много европейцев, тартайцев, и из-за чего у них были задержки. Но, в принципе, там цена такая доступная, и готовили вполне себе вкусно. Течем за 5 минут. О, поехали. Что хочется сказать, берегите солнце, оно жарит неимоверно. Мы мазались крем 50+, всегда, но все равно я маленько подгорела. То есть, плюс мы еще использовали зонтики, кепки. Берегите солнце, это точно. Очень помогло то, что в нашем отеле были зонты, мы их таскали с собой на пляж, потому что на пляже нет тени. Также полезно будет взять какие-то репелленты, их можно приобрести в аптеке здесь, местные, они дешевые. Потому что постоянно есть маленькие мошки, которые кусают и потом чешутся неделю, наверное. И комары вечером тоже есть. И если у вас дети в колясках, то будьте готовы, что тротуаров в Таиланде практически нет. Но при этом вот, во всех зданиях очень комфортно передвигаться на колясках. То есть в зданиях норм. На улице очень тяжело. Вчера у нас у знакомых, с которыми мы познакомились позавчера, сломалась коляска от того, что они прыгали по этим пандусам и тротуарам. По бордюрам, да. Но вот в целом все, мы сюда еще вернемся, потому что это город Хуафин, недалеко, 160 километров от города, где мы живем. В целом, доступная дорога на железной дороге, вот на троих, в одну сторону мы заплатили 83 бата. Проживание можно найти, еда дешевая. Нам, в принципе, в целом понравилось. На несколько дней рекомендуем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, пожелания. Будем рады поделиться опытом. Пока! Пока-пока! Thank you.